Итак, чуваки, всем привет! С вами Арти Триман, и время перешло, собственно, карать последнего чувака из гильдии тамплиеров. Оглядитесь! Англичане уже готовятся отступить! Их дух сломлен! Силы разобщены! Скоро придет черед лидеров-патриотов! Они покорятся! Послал меня в тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. Я должен был остаться. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь. Не сейчас. Нет. Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу. Да, вот. Твой дом, кому нравится его бред? Головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет. И смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Увидите. Ну чё, давайте, кто против меня? На меня, на ассасина! На последнего ассасина этих времен! Где мой томагавк? Фак, у меня не томагавка. Черт. Зато у меня этот вшивый меч. Куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром. Ну что ж. Идем. Ну а сейчас мы его, естественно, не будем убивать. Потому что он уже уехал. Сейчас нужно проследить за какими-то чуваками, которые скажут, собственно, где, куда и зачем я туда вроде бы пошел. Я точно не помню, что они там сказали. Все за нами следят, тут все хотят нас убить. Нам капец, нам плохо. Черт, нам нельзя. Нельзя, вроде, полиция сейчас. Как я помню, я точно не знаю, на самом деле.
Насколько ж можно, а? Запрет на зону. Зона. Вечно лазаешь, что же ненавижу. О, томагавка у меня теперь в руках. Да зачем ты что, дурак, делаешь? Дебиль. Фу, дебиль. Какой же дебиль? Дебиль. Если мне не нужно было это делать, зачем он прыгает? Так. Так, начали убить на этих странных придурков. Чёрт! Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет. Прошу, мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Они ни хрена не двигаются, но они все равно будут там. Успел. О, фак. Спокойно. Как же я ненавижу эту чертову миссию с кораблем. Как же уныло. Fucking shit! Fucking shit! Чёрта! Вот должны они здесь стоять! Убью нафиг! Простите, что я так разорался, просто мне реально стало уже хреново от этого. Отсюда пустим. Жаль, что я вас разочаровал. Ещё бы! Мы такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найти заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. Из этого я ни хрена не понял. Вот вы что, не поняли? Ну я убил кого-то, ну и чё с этого? Не представляю даже. Фига себе, народ, идите вы нахрен. Thank you.
Куда мне? Бостон! А, не, Фронтир. Все окей. Зеленый дракон, блин. Или какой там дракон-то, я точно не помню. Что-то там нужно, милый? Нет. Грубиян. Чем могу служить? Сами знаете. Простите. Ау! О, боже! Я не люблю терять время зря. А, перестаньте! Я стражу позову. Один звук и умрешь. А, что вам нужно? Он в гавани, скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал, сказал, что уедет из страны. Я думаю, палку, похоже, нет. Спасибо. Перегибает палка. Поехали. Бостон. Говногород. Нет, я имею в виду тогда. А вот сейчас он нормальный, красивее, чем... Не знаю. Например, мой город. Я жил в Соколе. Сокол. Надеюсь, вы знаете эту птицу. Прыжок. Не веры. Чувак, сейчас сегодня не напишем. Как же долго туда плыть? Перемотаем. Ищем нашу цель. Цель. Чарли, ты где? Хватит. Почему вы меня обижаете? Что ты придурок, да? Чарли, вот ты где. ФПС, конечно же, на высший сок. Это ж заключительная миссия, чуваки. Наконец-то. Когда же я думал, как... Факин че, ты за... Уродина ты! Да. Еще раз. Вторая попытка. Вторая. Идем. Бежим. Хренью страдаем. Удивляем. Пошли вы в жопу, уроды. Я бегу. Чарльз, подожди. Так, бежим, бежим, бежим. Так, беги, беги. Черт возьми, беги! Да. FPS 15.
Как же так-то? Поплыл. Fucking shit, да что ж за управление такое дебильное? Бежал. Почему 15 FPS? Скажите мне. Уроды! Классная музыка навеки останется в моей голове. Это Assassin's Creed 3 и игра, которая должна попасть в книгу рекордов Гиннесса как одна из самых худших игр, в котором есть тупой сюжет. Не, сюжет в этой игре нормальный. Только вот неинтересный. Оба и ноги сломали. Ну, Чарльз-то вроде нет, а вот наш герой. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Разрушишь один план, мы породим новый. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. Ха-ха, Даша... Пуля его не остановит. Ходить уже он практически да не в состоянии бежать. Ничего не может делать, только идти. Сейчас он идет куда-то, чтобы найти Чарльза Ли. Дать ему выпить парочку рома и убить нахрен. Перед тем, как убивать, нужно помиловать. Я сам какой-то бред несу. Тяжелая ночка. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно. Только попросите. Полгонизали или полгонизали. Полная синхронизация, все как надо. Должен отметить, что так он быстро идет. Скорее, точнее, ползет. Thank you.
Блин, я что-то затевал. Что-то происходит. А? Ну что, значит, конец. Гана... чего? Полгода спустя. Как они это оставили? Мы долго ждали, когда ты вернешься. Ты сделал, как мы просили, и достиг успеха. Нет, не достиг. Мой народ ушел. Его выжили те, кто, я думал, защитит его. Так нужно. Это жертва. И не напрасная. Ведь ты нашел его. Это? Теперь спрячь его. Там, где не станут искать. И когда придет время, то, что было, станет. Я не понимаю. И не нужно. Сделай, как мы просим. А потом делай, что хочешь. А как же мой народ? Ты спас это место. А твой народ хранил его. Это важнее всего. Этого мало. Так будет всегда. Ты ищешь то, чего не существует. Ты изменил многое и сделаешь это снова. Помни, спрячь амулет там, где никто не найдет. Вот и все. Что? Так, ну... сейчас он спрятает там, где его никто не найдет. Угадайте, где? Правильно. В гробу Ахиллеса.
Часть 12 завершена. Как мое видео, с вами был Артни Триман. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. И мы сейчас посмотрим один ролик, где Дезмонд выкапывает эту хрень. И на этом видео мое закончится. Я знаю, где ключ. Тогда идем. А чё не показали в реальном времени, ну что, вот дом? Пора посмотреть, что внутри. Не совсем. Сначала надо включить питание. Найди остальные пьедесталы и подключи источники. Сделаю. А, кстати, если вы сделали это раньше, если подключили источники, то этого ролика не будет. То есть сразу можно будет идти туда и все. Ну ладно, ладно, все. С вами был Арти Триман. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и всем пока. Если вам не понравилось видео, то в этом виноват Конор Кенуэй из Assassin's Creed 3. Пока.